Здравствуйте, ребят! Это видео про то, как нужно крепить окна в проеме, где стоит пенопласт. Как закрепить их, скажем, в пенопласте. Фишка в том, у нас сейчас идет работа с третьей строительной компанией, которая строит энергоэффективные дома. У них зачастую утепления, которые они утепляют дом. Минимум от 150 мм, от 15 см. И максимум до 250, это 25 см. Утеплителя, чтобы вы поняли. И точка росы получается, что тут окно должно стоять не на бетоне, либо не на кирпичном основании, оно должно стоять на пенопласте, потому что пенопласт должен подойти снизу, сверху, сбоку, со всех сторон. Как мы нашли решение? Потому что по бокам это не трудно найти решение, нужно просто усиленные пластины поставить. А снизу, смотрите, какое решение мы нашли. Мы купили уголки и закрепили их тремя крепежами. Сверху уже стоят пластиковые колодки. И сверху у нас идут доборные профиля. И потом уже идет дверь. Тут утеплится все это 20 сантиметрами пенопласта. И окошко будет в пенопласте. Как это выглядит, сейчас я вам покажу. Вот это как в финальном аккорде, это так выглядит. Тут пенопласт, тут пенопласт, тут пенопласт, снизу пенопласт. И окошко у нас тут доборный профиль, про который я вам рассказывал. Пароизоляция. Ребята еще тут заедут пенопластом еще 2 сантиметра на раму. Естественно, для таких домов нужны хорошие окна. Тут теплопроводность окон должна быть одна из самых лучших. В данном случае мы выбрали пятикамерную систему, но мы поставили пакет с суперспейсером. Это есть термикс, ну, пластиковая дистанция, есть резиновая дистанция, она называется, ну, у нас, по крайней мере, она называется суперспейсером. И мы выбрали, чтобы получить хороший коэффициент стекла, мы выбрали тут HP стекла, мы поставили пакет на 42 миллиметра с двумя HP стеклами и с одним простым стеклом, закачанным аргоном. Как это будет выглядеть, коэффициент теплопроводности, мы проверим, потому что стекольщики говорят одно, ребята, которые делают профиль, другое. Как это будет выглядеть, мы вот будем проверять зимой, естественно, тоже снимем, выложим. Как этот дом покажет себя зимой. Смотрите, мы используем, как обычно, мы используем такие широкие пластины для монтажа. В этом случае мы, наконец-то, мы достучались до производителя, и они нам сделали вот такие пластины на 2,5 мм. Очень хорошие, ну реально очень крутые и длинные пластины. Объясню почему. Эта длинная и широкая пластина, она бы была бы мостиком холода тут. И чтобы сбить вот эту широту, мы сделали их поменьше. Мы вот попросили, чтобы нам сделали такие пластины. Ну, крутые, я не знаю, с какого материала, если честно, не сделаны. И смотрите, как мы закрепили. Мы закрепили двумя пластинами. Раз, два. Сверху то же самое у нас идут. Два и два. И тут тоже два и два. И везде по периметру они закреплены таким образом. Чтобы избежать мости холода, мы кусочек пластины как бы тоже спилили. Тоже посмотрим зимой. Наша эта идея, как себя покажет, будет этот мостик холода или это не будет. Если вы не знали, как закрепить в пенопласте, вы уже знаете. Если вам видео понравилось, ставим палец вверх, подписывайся к нам на канал, если вы не подписаны. Будет очень еще много классного и интересного. И до скорых встреч!